Значит, смотрите, разбавляем бензин с маслом. Угу. У вас там есть мерный стакан, который разбавляется. Значит, чтобы завести, здесь у вас ключ. Поворачиваете ключ направо, на холодную, вот здесь вот заслонка карбюратора. Поднимаете ее вверх. Пила обычная. Ну да, бензопила, самая обычная. Завели, опустили. Дальше поехал. Да, вот. Значит, тормоза передние, задние. Это аварийная чека на руку. Это глушилка тоже. На газульку вперед. Тормоза только аккуратнее. При скорости есть, просто пускай сильно на газульку не давит, он может из-под него вылететь. Вперед, мотоцикл стойкий. Ну да. Что как мотоцикл стойкий, у тебя центр тяжести будет стойкий становится. Ну, ты садись на него. А, вот это, да? Да, это ограничитель. Ага. Значит, ты сейчас нажал коленкой. Значит, закрутите винт, меньше на газульку будет давить, медленнее будет ехать. Ну да, ну да, но не переусердствуйте, потому что если сильно закрутите, нет, будет не хватать раскручивать центробежному сцеплению, он будет глохнуть. Вот. 49 кубов. Ты можешь, да, прокинуться, и если ты на скорости в поворот будешь входить, он может перевернуться, типа, аккуратнее. А как ключ? Значит, ключ поворачиваем и за ручку дергаем. Угу. Сейчас можно немножко маслица побольше, что, ну, пока новый. Да, там у вас гарантия, инструкция, и там же чек. Давайте, да, сразу посмотрим. Да, здесь у вас чек, и здесь же отмечена гарантия. Фляжка и родные ключи, которые идут в комплекте. Катайтесь немножко, надо будет подтянуть все болтовые соединения, там амортизаторы подтянуть, потому что да, это как с любой техникой. Пару баков откатаешь, только сильно на обкатке, ну, не давите на газульку. Все, катайтесь на здоровье, до свидания.